Кому-то, видимо, не надо, а кто-то очень ленивый. На мое счастье, ни тот, ни другой еще до сюда не добрались. 17 августа. Верик починился, как я уже говорила. Я вот сюда приехала принципиально в резиновых с целью как угодно, но спуститься вниз, потому что там как бы лощинка какая должна быть. Надеюсь, там не сыро, хотя вот сегодня ночью был дождь, но, по-моему, не очень сильный. Хотя вот роса и вот, ну не знаю, может это дождя, может это роса. Я вообще 7:30 поднялась, хотя и проснулась где-то в 7. Все, думала, котик от меня свалил, вторую ночь со мной спит практически. Думала, он придет, еще немножко поваляюсь, подремлю, но в итоге поняла, что надо было уже вставать, раз сна нету. Где-то около, может, 11:30 легла, не помню. Ну, без 11:55 я еще не спала, на часы как раз глядела на телефоне. Я таки это сделала, зритель, я прошла тут держать за траву, как обычно, одна. Обычно, если я там с роднёй, допустим, по грибы, по ягоды, по грибы, вот так спускаешься вниз с дороги, и они так быстро, а я держусь за траву и всех задерживаю, это жесть. И тут я сошла, но я, конечно, подозревала, что приближаю, возможно, яблоки чуть меньше, чем на самом деле. Мне попалось тут оно с ветки зелененькое, чуть-чуть такое коцанное, но кислое. У меня вот такое ощущение, что или это выродившееся изначально хорошее яблоня, или вот ну как-то хз. Сейчас попробую, может, красненькие достать, по вкусу попробую, и немножко все же наберу, просто может посушить, а может буду сегодня наконец-то разбирать эту черную смородину и сделаю варенье. Вот такие дела. Вон там, возможно, через траву видно мой велик. Чуть-чуть. Вот это он. Я сняла корзиночку, с него поставила вниз, потому что там полторашка в минеральной воде колодезная вода, огурец большой. Не помню, то ли с огорода родственника тетя дала, то ли с надо нашего. И несколько кусочков хлебца напоить, вдруг приспичит. Тут, блин, такие комары жрущие. Все жрут, короче, я пока отключаюсь. Я таки поднялась быстрее, чем спустилась. Вот мой улов. Чем выше ветки яблоки, тем яблоки крупнее. Но не все можно ухватить, и еще несколько падает. Ну, берешь одно, падает несколько еще на землю. И какие-то даже желтенькие есть. Мне кажется, она или изначально была какая-нибудь сортовая, или вот, ну, мало ли. В общем, вот, и такие есть, и такие, я думаю, что-то может посушить, а что-то может просто порезать и сделать, правда, с вареньем, варенье с черной смородиной. Потому что чисто черной смородины там на варенье в этот раз будет немножко меньше. Сейчас вот поеду, наверное, до Степанова и немножко на поле просто проверю, есть ли с мегафона сеть, если сменяешься на мегафон. Вообще надо уточнить кое-что в банке. У меня такое ощущение, что я забыла оплатить одну квитанцию. Проверяю рамки сосушки. Вот вторая это магазинная, которую я сейчас смотрю. И увидела очень интересный момент. Мне кажется, про это говорила сестра с тетей, когда мы скачивали. Ну, она срезала. Но я не уверена. В общем, такое ощущение. Это я приблизила. Сейчас попробую на руке ее показать. Что тут... пчелки будущее должны были вылезти, но по какой-то причине не вылезли. Это не те, которые, вот, допустим, осушали и забыли вылететь вовремя. Это те, которые тут вот как бы зарождались. А? Просто первый раз такое вижу. Та же вон одна ячейка запечатанная. Очень интересно. А тут, по-моему, ячейка насквозь.